Не согласен с изложенными административным судом доводами в заявлении по следующим основаниям. Под пунктом А пункта 7 статьи 76 Федерального закона 12 июня 2002 года, номер 67, определено, что регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, зарегистрировавшего по тому же избирательному округу в случае А. Вновь открывшиеся обстоятельства, являющиеся основанием для отказа регистрации кандидата, предусмотренными под пунктами А, Б, Е, З и К, Л или О пункта 24 статьи 38 настоящего федерального закона. При этом вновь открывшимися считаются те обстоятельства, которые существовали на момент принятия решения о регистрации, но не были и не могли быть известны избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата. Б. Использование кандидата в целях достижения определенного результата на выборах денежных средств, помимо средств собственного избирательного фонда, если их сумма превысила 5%. В. Неоднократного использования кандидатом преимуществ своего должностного или служебного положения. Г. Установление фактов подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действующие по их поручению иным лицам и организациям. Д. Несоблюдение кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 1.1 статьи 56 настоящего федерального закона. Е. Неоднократного несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 5.2, ну и так далее. Не надо считать. Установленный список статей, если вы ознакомитесь, является исчерпывающим. Ни одно из оснований, применимых к отмене регистрации меня как кандидата, тут нет. Кроме того, изложенное в административном иске, исковом заявлении Самрина ИП, информация о справках, принадлежащих мне, а также моей несовершенной дочери недвижимого имущества, обязательств имущественного характера с незаполненными графиками содержания обязательств, раздела 4 обязательств имущества характера, и как следствие нарушения пункта 3 указа президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года номер 546, являются несостоятельными и не соответствуют действительности, что, как бы вам озвучил представитель истца, ответчика. При таких обстоятельствах правовых оснований для удовлетворения административного искового заявления об отмене регистрации кандидата в депутаты Самрина не имеется. Согласен. Да?